Здравствуйте, друзья! Сгустились тучи над Кремниевой долиной. И вот Светлана зачитывает вопрос. Погромче давай. Здравствуйте, Михаил. Я из Украины, мне 17 лет. Живу в городе Львов и учусь на компьютер сайенс на первом курсе. Посмотрел свободные вакансии в этой сфере и увидел такую картину. По PHP работы гораздо больше, чем на Java. Почему так? Ну вот глаза у меня загорелись. Он пишет «загорелись». Загорелись, так. Можно ли немного подучить PHP и попробовать устроиться? Но на все вакансии нужен опыт от 1 до 2 лет. А у меня опыта вообще нет. Уже поставил себе цель и думаю только об этом. Есть вообще какие-то шансы устроиться без опыта? Угу. Спасибо за ответ. Ну что же, я бы разделил на две кардинально различные ситуации. Здесь не было сказано ничего про иммиграционный компонент, правда? То есть у меня такое ощущение, что речь идет о том, чтобы во Львове работу найти. Потому что если это связано с тем, чтобы найти работу за рубежом, то это совсем другое. Но давай начнем, может быть, за рубежом, что посложнее. Значит, чтобы найти работу за рубежом, надо иметь, получить, ну, в Соединенных Штатах, да? Значит, надо получить то, что называется рабочую визу. И молодой человек на правильном пути, он получает хорошую профессию. И даже в тот момент, когда он закончит университет через несколько лет, у него уже появится какой-то опыт. На самом деле, он не будет выходить на рынок пустой. Во-первых, у него в самом худшем варианте, у него будут какие-то проекты студенческие, курсовые работы, там, дипломные и так далее. И, соответственно, это, если это все хорошо расписать, это будет совершенно замечательное резюме для молодого парня. Потому что молодость сама по себе является некоторым капиталом таким, который очень многие компании норовят оприходовать на предмет будущего возврата на инвестиции. Поэтому от молодого не требуется столько опыта. Важно, что он из университета, что учился хорошо, там глаза горят, вот это тоже важно. Значит, теперь... Многие студенты подрабатывают во время учебы по специальности. Поэтому я думаю, что в не самом плохом случае, заканчивая университет во Львове, он будет уже иметь реальный опыт в реальных компаниях, кроме там курсовых и так далее. Уже можно курсовые даже и не писать там в резюме. Поэтому у него будет вполне такое приличное, нормальное резюме для молодого парня. Теперь, если речь шла о том, чтобы работу искать конкретно во Львове, значит, почему там PHP больше, а не Java, я не знаю. Я могу сказать, что... Да, а я не знаю, это он в Америке искал там или во Львове искал. Дело в том, что смотреть на рынок и анализировать и так далее тоже надо уметь. Вот, как ни странно, это достаточно нетривиальный навык. Люди, которые думают, что он тривиальный, глубоко заблуждаются. Уметь надо искать. Поэтому, если это было поверхностным каким-то впечатлением, ну, даже я не знаю, у меня нет ощущения, что PHP более востребованный, то есть по сравнению с Java, я такого не вижу. Но я не то чтобы сильно этим интересовался. Значит, теперь, что касается работы во Львове для парня, который учится в институте, у него реального опыта нет и так далее. Значит, во-первых, реальный опыт легко приобретается. Например, он может поволонтерствовать там полгодика на каком-то проекте. Значит, он должен ходить на тусовки, где собираются стартаперы. И во Львове такие тусовки есть. И, соответственно, предлагать свои услуги. А поработав полгода в качестве вот такого волонтера, он, например, может легко найти что-то уже на денежку. И мое понимание такое, что люди, которые учатся на компьютер сайенс, они имеют возможность найти подработку по профессии. Вот это как бы, я это принимаю как аксиому. Это не значит, что ты можешь вот стоять на углу и повесить на себя табличку, там типа учусь на компьютер сайенс, и дальше все тебя будут там звать на работу. Нет, надо уметь искать работу, надо как-то, значит, адекватные какие-то действия совершать. То есть это существенно, и это присутствует. Но чтобы молодому человеку не найти себе работу, подработку, где он мог бы приложить свои знания там и так далее, или свое стремление получить больше знаний, углубить эти знания. У меня такое в голове не укладывается. Это абсолютно достижимо, реально. Это вот как вода в водопроводе. Крантик повернул, вода потекла. Но крантик нужно повернуть. Тут никуда от этого не денешься. Поэтому я очень рад, что у нас 17-летний
молодой человек изучает замечательные науки, и как бы дай ему Бог, чтобы это все реализовалось в хорошее будущее. Вот, и, а так для начала, конечно, пусть поработает. И я не думаю, что есть какие-то проблемы с этим делом. Если будет возможность поработать с Java, то пусть лучше он поработает с Java по сравнению, например, с PHP. Но в принципиальном плане мы не будем его ограничивать. Вот чего есть, вот, то пускай делает. То есть всякий опыт, он по-своему очень дорог. Счастливо!